Машины до утра там. Я ехал по работе, сидел в машине. Вдруг ко мне подошел молодой парень с автоматом в руках и приказал мне выходить. Я не понял, что такое, и дальше сидел в машине. А он вот сюда выстрелил в заднюю дверь, чтоб я вышел. Я вышел, и он сказал: беги. Я не побежал, отошел просто чуть дальше, встал. Потом он дверь машины открыл, я подошел ближе, а он закрыл дверь и ушел. Я не пойму, зачем он это сделал. Машину он не пытался забрать. Парень где-то 25 лет, до 30.